Во время Великой Отечественной войны Николай Иванов был летчиком. Служил под Москвой в одном полку с Василием Сталиным. Рассказывает, однажды пришлось прыгать с парашютом из подбитого в бою самолета. Тогда мужчина чуть не погиб. С тех пор стал еще больше ценить жизнь. Николай Иванов никогда не злоупотребляет спиртным, не курит, ведет активный образ жизни. А еще интересуется всем, что происходит вокруг. Я интересуюсь событиями, что делается в стране. Получаю газеты, читаю газеты. Несмотря на почтенный возраст, юбиляр продолжает заниматься хозяйством. Выращивает овощи в теплице, следит за пасекой. Мужчина воспитал 3 сыновей. Его дети уверены, секрет долгой жизни отца – трудолюбие. Если не труд, если он лег бы и лежал бы, его давно уже не было бы. Ну а так как он старается что-то делать, то пчелки, то рассада, то что-то еще туда-сюда, и поэтому он долго живет. Занимается мужчина и воспитанием внуков и правнуков. 7-летняя Маша с интересом рассматривает фотографии дедушки. На них он совсем молодой. Мне дедушка в детстве читал сказки. Он меня учит быть послушной. Я хочу жить, сколько и он. Только чуть-чуть больше. Я его люблю. Николай Иванов уверен, чтобы прожить долгую жизнь, нельзя стоять на одном месте. Нужно интересоваться всем вокруг и никогда не лениться. Екатерина Минаева, Екатерина Параханяк, «Панорама».